От предстоящего саммита Восточного партнерства в Риге Украина ждет ясного сигнала, который даст ей зеленый свет на продолжение начатого курса евроинтеграции и проведение важных реформ от экономики до госуправления. Об этом заявил в Люксембурге во время встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем глава МИД Украины Павел Климкин. На встрече обсуждалось выполнение Маастрихтских критериев и Минских соглашений и предстоящий саммит Восточного партнерства в Риге. Ринкевич положительно оценил уже начатые реформы и политическую целеустремленность правительства Украины. Глава МИД Латвии положительно оценил результаты встречи министров иностранных дел Нормандской четверки, состоявшейся 13 апреля этого года в Берлине. Однако для стабилизации положения на Украине важное значение имеет практическая реализация Минских соглашений, подчеркнул Ринкевич.